Приветствую всех, дорогие друзья! Вот и встретились мы вновь после довольно продолжительного перерыва. И напомню, что как раз сейчас нашу провинцию Танга продолжают осаждать Тисакаба, которые предали нас и которые пошли против нас, разорвав с нами мирное соглашение. Высадились они с моря, соответственно, и уже успели захватить нашу столицу и приграничный город. Но, слава богу, эти дзены мы с вами отбили, и теперь мы должны дать им отпор, ребят. Итак, собственно говоря, сейчас у нас очередная будет осада, которую будет возглавлять Симадзума Садаю против Тесакабе Кунитика. Хочу также заметить то, что Тисакаба Кунитика — это дайми, дайми дома Тисакаба, вместе с ним еще, соответственно, два военачальника. То есть, я думаю, будет и мне, и вам очень тепло на сердце, если мы в этой битве свергнем самого дайми вражеского дома. Поэтому не будем оставлять данное начинание в длинный ящик, в долгий ящик, и начнем битву. Поехали! Да, ребят, почти целый месяц ничего не было на канале, поэтому я тоже рад, что мы, я надеюсь, вернемся к прежнему расписанию, да, и будем дальше делать ролики и стримить, как ни в чем не бывало. Ну и, соответственно, я думаю, что начать новый сезон на нашем канале как раз будет классно именно с продолжения нашего прохождения по Ику-Ике, по Сёгун 2. Я думаю, это очень символично, что ли. Да, кстати, пока грузится битва, рассказывайте про то, как вы провели Новый год, чем занимались, что делали. Все-таки как-никак уже больше месяца мы с вами не встречались, и поэтому, само собой, в комментариях под этим видео будет мне тоже интересно посмотреть ваши комментарии, ваше мнение о том, да, обо всем, короче говоря, пишите, оставляйте комменты, ибо, как я уже сказал, фидбэк — это очень классно. Эх, совсем я уже забыл, как долго грузится Сёгун 2. Самая, хочу сказать, наверное, наименее баговная игра из всех последних Total War'ов. Потому что, если вспомнить, да, Рим 2 на выходе просто вообще не блистал практически ничем. С Сатилой уже дела были получше. И, блин, у меня чертовски успокаивающий голос стал. Но, опять же, это связано со многими причинами. Но самое главное, знаете, в чем самый главный плюс, ребят? Самый главный плюс переезда в том, что я полностью абсолютно доволен данным начинанием, и у меня все круто. お家の心情に従い愚かな真似はせずあのバカどもの地獄行きを手助けしてやれば今日はきっと良い日になる。 Итак, давайте уже начнем приступать к выпилу на наших противников. Да, предатели Тисакабы, кто бы мог подумать. Что же, они сами прописали себе смертный приговор. А что ж, давайте, как всегда, расставим лучников. Блин, ребят, как же я действительно соскучился по записи. Просто себе не представляете. Все, я надеюсь, что таких простоев у нас по времени больше не будет.
Так, где наши ики-ики, сахеи? Их прям в первую очередь надо сохранить. Так, мы, кстати, опять же не забываем про то, что у нас уже есть огненные стрелы. Это очень большой гуд. Так, теперь че? Разбираемся. Так, самое главное, чтобы не было особо много лучников. Так, раз, два, три. Три отряда лучников в этой стороне. Плюс еще... Угу, хватает, конечно, хватает. Хватает. Но не без этого. Что же, подводим поближе. Я даже не знаю, что с пехотой сейчас делать, куда их посылать. Чтобы они особо урон нам не нанесли. Так, ну как можно ближе сейчас? Давайте на лучниках сосредоточимся. Кстати, очень довольно быстро они приходят. Так, давайте, ребят, скорее, скорее, скорее. Где у нас огненные стрелы? Твою дивизию. Так, ну вот все, пошло, пошло, пошло. Так, ребят, значит, давайте в первую очередь делаем сосредоточение на лучниках. Именно с ними давайте разбираться в первую очередь. И уже потом делать ставку на все остальное, на всех остальных. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, мы уже, в принципе, тоже можем палить, поэтому давайте уже сделаем фаер. Так, подводим своих осигар. Да, столько у нас много лучников, я даже сам теряюсь в своих же собственных войсках, но... Опять же, извиняюсь, месяц не играл, а все гонит уже, блин, смерть подобно. Вот, поэтому... Если что уж, конечно, извиняйте. Сука, так тут все быстро вообще происходит, блин. Прям начинает слоупочить. Врезайте лучников, мать его, мать твою. Не, реально тут уже начинается какая-то вакханалия. Так, ладно, тут у нас сахеи помогут. Самое интересное у нас будет здесь и сейчас. Так, ну тут пехотка, я думаю, справится. Тут наши ика-ики с сигарами сделают нам погоду. Так, ладно, что у нас тут с лучниками? Наших тут что-то выбивают. Так, давайте уводим, уводим, уводим. Продолжаем, продолжаем. Так, ну-ка, поведем-ка. Хотя, стоп, стопы. Полководца сейчас своего вести опасно. Тут как раз три полководца, там дами и все остальные. Блин, ну можно, конечно, сейчас спровоцировать. В принципе, нам никто не запрещает спровоцировать вражеских полководцев, равно как и вражеского дайми. Но надо быть аккуратным. Значит, все они находятся вот здесь вот. Прям рядом со стенами.
Так, где там наш? О, началось говно. Назад, назад, назад резко. Так, обратно заходим. В принципе, сейчас можно уже посылать наших нашу пехоту какую-нибудь. Так, это кто такие живчики? Самураи с Яри, блин. Ну, понятно, почему они такие живые. Проходим, проходим, не задержимся. Да, вот так вот, тут вот так вот пошли, пошли, ребятки. Сейчас еще из замковых самураев. Ну, просто какое-то месиво. Так, вот у нас кто, полководец? Да, обычный пока военачальник, окей. Самураи, мать их. Так, ну чё, будем сейчас посылать тогда пехоту на них. Так, смотрим, как действуют наши парни. Да, самураи, конечно, очень неприятные существа, создания, скажем так. Ничего, ничего. Продолжаем натиск. Скоро и они падут. Ну да, наши лучники, конечно, тоже очень потрепанные. Сами видите, сколько всего произошло у нас. Эпичная была битва, смотрите, сколько умерших воинов. Ну, блин, я смотрю. Кто где? Так, ребята, вы меня тут так не пугаете. Так, ну все, результат уже стал немного очевиден. Так, уходим лучниками. Так, и тут уже все, тут уже последние из тесака бы уже пришли на верную гибель. Где они ее и получат. Ну и, конечно же, добиваем. Как же без этого? Так, это у нас кто? Тисакаба Кунитика. Как раз тут с... Кто у нас тут? Кирамасе. Короче, тут сразу два полководца. Так, ну что же, отлично. Да, закалываем последних Тисакаба. Этот прям себе сейчас, наверное, сделает сипуку. А, его так заколят. Так, все, в своих не стреляйте более. Господин, их военачальник мертв. Отлично. Серьезный удар для врага. Отлично. Самое главное, что Дайме погиб. Так, кто еще из читы? Тисакаба сейчас будет погибшим считаться. Я не знаю пока что, давайте посмотрим. Вроде как всех полководцев с Дайми мы перебили в этой мясорубке. Да, зря ребятки на нас пошли. Ой, как зря. Да, красавцы, что и говорить.
правда, грязью заляпанные, но... Как мы видим, конечно, урона мы получили много. Даже несмотря на то, что численное преимущество было за нами, практически это была первая победа, как вы сейчас можете увидеть. И единственный, кто, как всегда, нагоняется Хейс на Геннатами и Крики. Вот потихоньку надо их переводить на основную, на основное, скажем так, ядро нашей армии. Так, ну, в принципе, все. Да, это первая победа. Но, тем не менее, это было очень зрелищно и захватывающе. Когда мы действуем, полагаясь лишь на нашу прозорливость, то начинаем стремиться к собственной выгоде, отворачиваться от здравого смысла и сворачиваем с истинного пути. Изречение из Хагакуры. Да, конечно, японские... философы, они всегда отличались именно остротой своих высказываний и остротой ума. Итак, один отряд у нас был потерян. Так, у нас 1353 человека убиты в этом сражении, но самое главное то, что все читати Сакабы с Дайми, она была перебита. Пошел отсюда. К чертовой матери. Так. Но у нас тут проблема, ребят. Так, засада. Засада, это, конечно, очень интересно. Так, смотрите, у нас тут много самураев с луками. Есть Асигару с Яри. Так-то тут численное преимущество во всем за противником. Но Имагаву сейчас тоже можно убрать. Тем более, смотрите, здесь у Имагавы и Дайми, и наследник, и еще и военачальник. Только мне лично все равно спокойнее их валить при обороне Оми, если уж на то пошло. Ой, не знаю. Так, 1600, у нас тут 1440. Ронины. Конечно, непонятно, как себя ронины смогут зарекомендовать. Но преимущество получникам здесь явное. Банально перестреляют. Ну-ка, пожалуй, откажусь я от атаки пока что. Но в любом случае, нам сейчас надо... Предстоит нам выстоять перед Имагавой. И еще мы получаем еще один шанс, чтобы вырезать всех глав семейства. Хочу заметить, что данной осадой, да, данным отражением, точнее осады, занимается, собственно говоря, Симадзума Дзусурай, это наш лидер. И Каики, который еще не знал ни одного поражения. И я буду очень доволен и очень рад, если он выиграет и это очередное сражение, и еще и завалит всех семей дома Имагава. Что же, поэтому давайте перед этим финальным маршем по главам войска Имагавы послушаем речь нашего Дайми. を迎える今、お主らの大名であってよかったと改めて思う。いざ、上りを高く掲げ、我らの進軍を
敵に知らせるのじゃ。 たりとも交代せんぞ。わしは最後まで戦う。お主らもきっと同じ考えであろう。我が敵は奴らの領主と一門に忠誠を誓う勇敢な侍どもだ。あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むが、これも運命のなせる技。仕方なかろう。ここは実にすごいよのう。大屋島広志といえど、 これにかなう城はないじゃろ。我が軍の力が加わらば、その凄さが増すというものじゃ。主君のためにお主らは死力を尽くして戦うであろう。お主らの献身にかなうものはおらん。誇らしい家臣であるぞ。 Итак, сейчас у нас с вами очень важная, конечно, битва. Командует обороной, соответственно, наш предводитель, да, лидер нашего радикального буддийского движения. Как бы, знаете, дико это не звучало, но это действительно так. Итак, и самое главное у нас в этой битве, соответственно, дебют ронинов с катаной с Яри. Посмотрим, насколько хорошо они себя здесь зарекомендуют. Посмотрим на этих красавцев. Давайте, ребят, я надеюсь, что вы просто вообще воткнете и Магаву в грязь. Ведь действительно, сейчас, если мы разобьем еще и Магаву к тому же, то нам будет намного легче во многих планах. Потому что, напомню, сейчас Имагаву подпирает дом Ода, который также еще и подпирает этих, как его, Такеду. Короче, таким макаром Такеды и Ода, они вообще могут, по сути, на нас забить, потому что им сейчас, ну, реально не до нас. А им бы от Ода бы защититься. Начнем с этого. Так, идут они с этой и с той стороны. Угу. Соответственно, что мы видим? Мы видим два отряда лучников, получается, на севере и с юга. Раз, два, три, четыре. Так, остальные пять отрядов лучников. Пехоты у них довольно мало, опять же, хочу заметить. Угу. В принципе, я думаю, у нас есть все шансы их разбить. Да и опять же, Сигарус и Яри — это простые ребятки. Так, окей. Так, 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 так. У нас три лучника. Какие ребятки быстрее дойдут? Давайте, наверное, до большего количества противников. Пусть наши лучники их постараются перебить. А мы тем временем подождем вот здесь. Ну-ка, давайте-ка, ребят, переходим вот сюда. Ничего, я думаю, наша тяжелая пехота здесь себя очень хорошо зарекомендует. И мы без каких-либо проблем уничтожим наших врагов нашего дома. Давай быстрей. Так, сделаем им полный кузаймас. Так, и ждем, ждем. Ждем наших друзей, когда они подойдут. Я уже чую их запах. Точнее, знаете, запах их пылающих пердаков. Так, ну опять же, мы видим пушечное мясо. Ух, блин, в основе своей. Кстати, я забыл про то, что у нас есть один отряд Асикарус и Яри, точно. А что же, зайдем с тылу ими. Ну, видите даже, как у нас все хорошо, по сути своей, складывается.
Так что все норм, не бдим. Точнее, не бздим, да? Так, и начинаем обстрел потихоньку. Ну что же, и мага уже начинает терять потери среди самураев. Да, кто-то уже вдоволь напился водички. Что же, отлично, хорошо, хорошо. Поджидаем. Поджидаем, ребят. Так, подводим от Сигару. Так, и пусть они немного отойдут у нас с вами. Пока что пусть на их место подойдут пехота. Ой, что это вы делаете? Что это вы делаете, ребят? Да, они не жалеют, они легкую кавалерию вообще абсолютно. Да, странные ребятки. Очень странные. Так, тем временем подводим пехоту. Помогаем ребятам разбираться. Ой, блин, забыл убрать лучников, ё-моё. Так, подальше отводим. Так, ну ничего, ничего. Так, ну-ка, остановитесь-ка вы в Яре. Тихо. Да блин. Все, вот так вот. Так, вот, отлично. Да, давайте пока на лучников все внимание, ребят. Так, немного потеряли мы контроль. Ну да ладно. Опасности, мой господин. Так, все норм, по сути. Ну, почти. Так, давайте трахнем их военачальника. Хорошо, что наши сигары уже успели войти в строй. Давайте на копии, ублюдки, на копии. Так, ну что, ребята, давайте, 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 идем. Идите. Идите на нас. Да, конечно, блин, самурай это штука хорошая. Однозначно. Хоть даже и лучники. Так, ну что самое главное, наши, в принципе, сигары уже наделали шума. Так, сейчас осталось еще вот этот вот отряд полководца перебить. Тогда будет вообще отлично. Во-во, отлично, 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 давайте вот так вот. Так, все, нет больше ублюдков. Так, что, они еще не добиты, что ли? А ну давайте, черти. Так, давайте помогать уже потихоньку. Так, магава свалили. Отлично. Так, ну давайте до расстреливать тогда.
Так, давайте еще натиск. Все, у нас сейчас самое главное последнего полководца. Он может быть это дайме завалить. И на этом все. На этом, собственно говоря, атака Имагавы, можно сказать, была провалена. Так, сучка, последний полководец, ну да ладно. Так, ладно, переводим ребят обратно. Так, пусть пока помоют свои сапоги. Блин, суки, а? Чё творят? Вы только посмотрите на это. Блин, Ронина с Катаной, сколько потеряли мы из-за них. Так, ну, кстати, мы еще не факт, что выиграем, поэтому... Тут надо быть аккуратным. Хотя, в принципе, конец уже немного предсказуем. Леть, самое главное, полководца нашего не растерять. Давайте еще огонь. Давайте, фаер. Так, ну все, теперь уже точно фули виктори. Блин, он действительно лидер нашего клана, нашей секты. Он действительно как будто он какой-то заговоренный, ребят. Ни одного поражения, ребят, ни одного. Заметьте. Так, ну что же, в принципе, наша армия очень хорошо сработала. И незваные враги идут домой, идут в освояси. А Ика-Ики в очередной раз доказали, что их сломить невозможно. У них железная решимость. Что же Симадзума Дзуцурая? Отлично сработали. Кстати, еще посмотрите, Ронин и Сьяри уже заработали. Какой левел у них получается? 5-й уровень сразу. Короче, забили они очень много ребят. Сегодня их звездный час наверняка был. Так, ну и смотрите, с каким прям усердием они догоняют самураев с луками. Да, ронины хорошо поработали, а вот, конечно, самураев с катаной я не доглядел, к сожалению. Так, ну у них защита в ближнем бою похоже однозначно будет. Ну да ладно, самое главное, мы выиграли. Симадзума Дзуцурэй. Запомните этого полководца. И лидера секты Икуики. Любой кто. Любой кто посягнет на земли нашего братства и нашей секты, будет уничтожен им. Что же, потеряли мы еще один отряд лучников. Фух, но самое главное, разобрались еще и с Магавой. Что же, у Симадзумы у нас левел ап. Так, налоговая реформа, отлично. Так, еще нам надо любого военачальника в бою уничтожить. Это без проблем вообще, ребят. Вообще без проблем. И, кстати, очень хорошо, я хорошо сделал, что восстановил я ману. Потому что, видите, теперь у Симадзу проблемки. Довольно-таки серьезные проблемки. Конечно же, мы им сейчас поможем, ребятам. Но перед этим надо захватить Вакасу обратно. К себе. Okay.
Ну, тут автор расчет, понятное дело, без потерь захватываем вакансу обратно и занимаем без боя. Отлично. Отлично, так и надо. Так, ну что? В принципе, по нашим итогам, насколько я помню, в принципе, вот эти вот два... Две главные угрозы мы ликвидировали, то есть это стековая армия под вакансой была. Или под танго, я не помню. Под танго, да. И стековая армия и магавы под оми, соответственно. Поэтому что мы сейчас делаем? Мы добиваем, само собой, вот этих вот ребят. Ой, соответственно, выполняем задание, которое нам нужно было сделать. Так, замечательно. Да, давненько я уже не смотрел на наши земли. В принципе, у нас все сначала было довольно зыбко, но сейчас вроде как ситуация выравняется, потихоньку выравнивается. Так, посмотрим еще, какие земли у нас недовольны. Так, Иссе, понятное дело. Сетсу. Так, ну в целом норм. Короче, одно Иссе у нас на дотациях живет. Все остальные, в принципе, довольны. Так, что не может не радовать? Угу, еще ноту. Ну ладно, нота это в принципе не проблема. Так, Такеда. Ну блин, я короче надеюсь, что у Имагавы будет проблема с мятежниками, потому что, как я вижу, вот по-моему, сейчас Тотоми, этой землей уже владеют мятежники. И соответственно Ходзе потихоньку будет захерачивать, соответственно, как и Магаву, да, так и Такеду. Так, ну и добить надо вот этого парнишу. Так, давайте мы ему сделаем скорое сипоку. Получай. Все, вообще перфект. Полный перфект. Так, ну и смотрим теперь, кого мы будем тут качать у нашего полководца. Так, рукопашная атака этого военачальника, его охрана плюс один, и вероятность стать жертвой покушения минус два. Само собой, ставим тогда Херой Теоси. Нам он больше нужен. Это, кстати, у нас наследник идет. Так, по способностям. В командира пехоты. Ну и давайте воина, потому что защита в ближнем бою, военачальник и защита тоже очень важная вещь. Чтобы полководцы у нас не дохли как мухи. Так, Сузуки. В принципе, то же самое. Ну и обращение религии тоже, я думаю, лишним не будет. Так, отлично, денежки сейчас, в принципе, можно подкопить, либо сейчас что-нибудь поразвивать. Так, рисовая биржа, например, за 1600. Так, что у нас еще можно сделать? Хоронина с луками, господи. Замковые самураи. Так, это у нас Кага. Так, Кага, в принципе, провинция норм. Так, икайки с нагинатами. Опять же, чтобы у нас были икайки с нагинатами, там нам потом надо будет развивать... так, храм Дзеда Синсю дальше.
Так, а что мы уже можем нанимать? Угу. Ну что я хочу сказать, нам нужна прибыль, в первую очередь. Что нам даст прибыль? А, кстати говоря, кольца Ауди, не забываем про них. Так, твердыня. Блин, твердыня дает очень большой расход довольствия. Это тоже нехорошо. Это очень нехорошо. Так, ну ладно, давайте пока рисовую биржу в Атидзене построим. Вот, и на следующем ходу тогда в танго мы с вами какие-нибудь военные постройки дальше сделаем, чтобы тут были... Нанимались более сильные армии. Так, и смотрим заход за Симадзу и всеми остальными. О, погибло, смотрите, Симадзу сразу просит мирный договор с нами. Положить конец кровопролитию. Ну что же, я думаю, вполне сейчас нам выгоден этот мирный договор, потому что мы сейчас можем все свои силы сосредоточить на Имагаве и... Соответственно, Такеди. Да, я принимаю предложение. Но наши союзники будут их потихоньку выбивать, как я вижу. Что ж, давайте. Ямана у нас уже пошли вперед в Инабу. Я думаю, это все-таки очень хорошо, что мы сделали вассала из Яманы. Очень правильное решение, я думаю. Так, поэтому, в принципе, нашу армию можно переслать обратно с востока на запад. И, короче говоря, задача минимум, да, скажем так, на этот сезон, она у нас оказалась выполнена. Теперь мы все свои силы отправим на то, чтобы вытурить из наших граничных регионов наших заклятых врагов Такеду и Имагаву. А, тем более, что нам еще по задачам, по целям надо захватить обязательно город Мина с близлежащими территориями для выполнения целей кампании. Что мы, собственно говоря, и сделаем. А, поэтому нам сейчас надо будет нанимать войска. Покуда мы можем, да, покуда наши средства тоже могут это сделать. Итак, ребят, я надеюсь, что с Симадзу пока что покончено, и мы сможем с вами сосредоточиться на добивании этих ублюдков на западе, ребят. Точнее, на востоке. Что-то я уже начинаю путать запад с востоком, короче говоря. Ну что же, с вами был Тямыч, это долгожданное возвращение на канал, это очередная серия по... Ику-ики, и наш взор направлен на восток. В следующей серии будет ответный удар нашим противникам. Всем пока, хорошего настроения и до следующей серии.